Друзья, доброе утро. Я на пробежке. В данный момент сейчас иду. Хочу с вами поделиться таким красивым небом. Гляньте. И голубой, и синий. Ну прям картину рисую. И восход, гляньте. Какой за тучками спрятался. Вообще красота. Петухи кукарекают. Я говорила, что здесь тоже, ну, это уже частные там дома пошли. Вон и люди ездят. Так что я не одна. Все нормально. Друзья, я уже побегала. И это, пришла побрызгать там у меня от мучнистой росы, по-моему. Вот чисто цвет. Вот такая отрава есть. Хочу и эти, ой, петушки, ирисы побрызгать от мошки. Не знаю, поможет или нет. И розочку, потому что на розочку, хоть я тогда и обрезала полностью, все равно это нападает вот эта мучнистая роса. Так что надо ее хорошо пройтись, пока она еще не проявилась. Баксик следит. Ах ты, Баксик такой. Опять подоконник грязный. Так, все под петушки там тоже я побрызгала и остальной водичкой позаливала. Что осталось в баклажке, вода я на 5 литров разводила. Промыла чуть-чуть подоконник, а то брызгала. И это, чтоб пушистик не отравился. Ну и налила чисто водички ему, как вы говорили, чтобы была вода. Хоть он и домой ходит, там попьет, но все же. Так, ну что у нас тут еще повылазило? Ну, этот, розочка вот такая уже. Пока молодых нет, побегал, но я думаю, вылезут. Так, это пиончики такие. И вот это сентябринки лезут. Хризантемки вот из новых тут ничего не видно. Из тех, которые были, вот они чуть повылазили, это которые мои. А этих пока ничего вообще не видно. Так, вот здесь есть. Это тоже новенькое, что я это покупала. И здесь вот тоже лезет. Сухое выбросить. Так, здесь я, наверное, не сажала. Вот тоже вылазит. Нет, ну, в общем, потихонечку кое-где вылазит. Вроде и тепло, но оно, видите, сильно рано потеплело, и поэтому они еще спят. Так, здесь не видно. Здесь тоже. Так, здесь тоже у нас. Надо уже поливать, друзья. Земля сухая. Может, там под низом и есть, где влага. Ну, вообще. Вот, кто-то опять насыкал. Так, тут нигде. Нигде не видно. Что? Ага. Тут вот есть чуть-чуть. Раскопать. Есть маленькие. Ух ты! Ты что-то гавкаешь? Это мои вылазят. Да, нужно поливать. Всё, гляньте. Персики вот уже вот-вот раскроются. Сейчас еще раз пройдусь с этими щипчиками. Еще посмотрю, где сухие ветки обрежу. Утро. Доброе, друзья. Сейчас позанимаюсь с ногой, с Диминой. Баксик тоже тут рядышком сидит. Сидел на окошке, но жарко припекло, наверное, в задницу, да? Решил тут на полу посидеть. Хорошо. Хорошо. Холодно.
Вот. Дима спрашивает, какая погода у вас? Пишите хентай и ставьте лайки. Это помогает. Пишите комментарии, ставьте лайки. Это помогает нашему каналу продвижение, чтобы было больше подписчиков, чтобы YouTube рекомендовал наш канал для просмотра. Дима говорит, спасибо заранее, обнял. Не знаю, это у тебя или у меня трещат.
Сегодня такое солнечное, но прохладное утро. Похолодало у нас. Прям так хорошо похолодало. Утром смотрела на градусники, всего было 2 градуса. Ну, сейчас солнышко. Иду в кофте. Ветра нет, так вроде ничего. А если ветерок начинает дуть, то прям прохладненько. Ну, днем, я думаю, распогодится. Я сейчас, мы позавтракали, еду в поселок. Приехали родственники, привезли Диме витамины. Наш московский невропатолог написал, какие надо витамины Диме. В общем, здесь по аптекам прошлась. Нет у нас таких. И хорошо, вот в России попросили, нашли. Или там они колеблется цена от 700 с лишним до 1000 с копейками там. Что в разных аптеках. Вот. Там у сестрички уже тоже цветочки, наверное, уже нарциссы повылазили. Посмотрю, поснимаю вам, покажу красоту. Я уже у сестрички. Тут уже работа кипит во всем. Купила там тортик. Посидим, чайку попьем. Ой, скоро тюльпаны раскрываются. Вот. Мне сестричка давала ранний нарцисс. У меня не цветут. А у нее... Гляньте как. Ой, как красиво. Прям глаз радует. Птички поют. Собака спит. Даже не реагирует на меня. Я уже дома. Паксик пообедал. Сейчас мы будем греть. Пушистик пришел по расписанию на обед. Да, Паксик? Ветер на улице сильный. Так вроде потеплело, но ветер. На солнышке показывает. Сколько? Да, Паксик, посмотрю градусов. Ну, 20. Но это солнце припекает. Сейчас уже с этой стороны прячется, переходит на ту. Ну, гляньте, как у пушистика шерсть развивается на ветру. Осматриваем. Ух ты! Целое сборище котов. Да, Пушистик, тут опасность такая ходит. Откуда они стоят? Наверное, там метят мои колеса бессовестные. Кушай, Пушистик, я тут в обиду тебя не дадим. Все, Пушистик убежал. Не доел немножко. А я вам хочу показать вот витамины, которые мы купили. И там цена еще тоже колеблется от количества. Мы 60 штук купили. Ну, друзья, это я чухаю. А хочу вам сказать всем огромное спасибо, кто переживал за меня, писал свои рекомендации, советы насчет бега, я имею в виду. В общем, спасибо еще раз вам огромное, друзья, что убедили. Вы там и говорите, что я не прислушиваюсь к вашему мнению. Ну, не то, что к вашему мнению, а что вы советы даете, что врачи не рекомендуют. Ну, в общем, прислушалась я. Спасибо вам огромное. Я же говорю, убедили, все, бегать я не буду. Там мне прислали упражнения на приседания, там наклоны. Это, ну, в общем, будем заниматься другим. Все, бегать не будем, а то и правда начнет хвост отваливаться, шерсть сыпаться, да, Баксик? Ну и все остальное. А нам все это нужно. Да, Баксик? Какие пласты. Давай, давай, буду дальше. Все, Баксик пообедал, лежала. Я его согнала с окошка, да? Все. Друзья, сняла я вытяжку. Наконец-то 3 дня я чистила, чухала. В общем, такое-то с Советского Союза у Димы такое лезвичко, что вставляется. Вот такой скребочек. Вот такие вот лезвия еще были. В общем, и размачивала. В общем, все
зашкрябывала. Только видите, вот эти швы, оно же там были красные цветы. И когда мыло вытирала, они, в общем, вот сюда позакрасились. Ну, надо, я же говорю, белое будет затирать. Ну, можно будет уже начинать. Я хочу начать здесь над окошком. Ну, отсюда пойду. Все-таки хочу я поклеить здесь обои. А обои буду клеить вот эти, которые остались от темной квартиры, что я в ванной, в туалетной комнате клеила. Кстати, они винилово или поливинилово, не знаю. Вот такое. Она тоже как абстракция. Я думаю, она как раз подойдет. Потому что у меня кухня, видите, тоже такими абстракцией. Знаете, практически сочетается. Ну, надоело мне вот это вот белое. Всегда можно будет снять и заново покрасить. Я думаю, будет симпатично смотреться. Когда сделаю, тогда посмотрим и оценим.